Всем привет! Республика Крым, город Симферополь. Мы находимся на улице Стахановцев. Только что повернули с Киевской. Хочу вам показать этот ужас. На улице, правда, идет дождь, но все равно. Дорога вся перекопанная, в ямах. И копал ее явно не человек, а это сделала природа. Выбоины, ямы. Ну, в общем-то, дорога не делалась давно. И пока, видимо, и не собирается ее делать. Значит, ну, она спросом особым не пользуется. Это частный сектор сугубо. Ну, людям, живущим здесь, видимо, нравится такое состояние дороги. Лежачий полицейский, вот для чего, я не знаю, кто здесь будет летать по этим ямам. Наверное, хватает. Впереди перекресток с улицей 51-й армии. Вот. Ну и Стахановцев идет дальше. Значит, улица. И соединяется с улицей Грибоедова. Ну, проедемся. Значит, вот 51-я армия. Перекресток. Сейчас мы здесь всех пропустить должны. Ну, в принципе, вот пропустили. И едем дальше. Здесь она уже хорошая, как ни странно. Вообще ни одной ямки прямо нет. Ну, почти. Ну, и вот мы выезжаем на улицу Грибоедова. Все, это закончилось Стахановцев. Такой вот обзор, ребят. Все, всем пока, спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал. Будем обсуждать вместе дороги города Симферополя и улиц. Спасибо.